повсюди емоціями тепло і уют. Здесь праздник царей и добро. На старом манеже от ваших улыбок оставится очень светло. Полный зал аплодисментов опустела лишь поезд. И артисты за Тбилиси выход ждут. Парад Але! Ремонтные службы. Наши контролеры и кассиры. Бухгалтерия. Гардероб. Самое большое подразделение работники гостиницы. Администрация цирка. Ветеринарная служба. Оркестр Красноярского цирка под управлением дирижера Евгения Павловича. Ребята-осветители, которые сейчас на своих рабочих местах. Звукооператор Любочка. Конечно, первые помощники на манеже – униформа. Мы всех поздравляем с днем рождения Красноярского цирка! Уважаемые коллеги, дорогие гости и друзья, Красноярскому государственному цирку исполнилось 40 лет, и нам есть чем гордиться. Единственный в Красноярском крае стационарный цирк принимал на своем манеже таких известных артистов, как Олег Попов, Михаил Румянцев. Прошло более 15 тысяч представлений, и их посмотрело более 9 миллионов зрителей. Пусть цирк не покидает боевой и трудовой дух днем. Всем тем, кто душой и сердцем болеет за сохранение и развитие российского циркового искусства и российского цирка. Сегодня на нашем празднике заслуженный художник России Кудаков Георгий и директор Пензенского цирка Голубев Владимир Михайлович. Добрый вечер, дорогие наши зрители, у нас сегодня большой настоящий праздник. Я принадлежу к поколению тех счастливых людей, которые видели, участвовали в жизни Красноярского цирка, еще когда он оказался на Красной площади и даже на площади революции. Но не забыл участников, так и удивили многие здесь присутствующие, первого представления этого замечательного цирка. История цирка Красноярска неразделима прежде всего с культурными событиями, которые проходили и проходят у нас в городе. И при всем том, что меняется сегодня время, меняется предпочтение зрителей к тому или иному виду искусств, красноярцы всегда любили и продолжают любить это искрометное искусство, искусство смелых, талантливых людей. Я хотел бы, Леонид Николаевна, в вашем лице поздравить весь коллектив гастролирующую программу. Искренне вам спасибо за ваш труд, непростой труд. Действительно, это когда видишь улыбки артистов, кажется, все так просто. Вот мы только что видели, как нас поздравили юные артисты. И это тоже гордость Красноярска. В нашем муниципальном дворце культуры занимаются 4 цирковые студии. Конечно, вы, наши дорогие профессионалы циркового искусства, все мы действительно любим наш цирк и не представляем, как в городе Красноярске можем выстраивать наши программы для отдыха горожан, для образовательных программ горожан без цирка. Красноярцы и гости нашего города. Я как представитель администрации того района, в котором находится наш Красноярский цирк, вдвойне хочу поздравить всех нас и себя в том числе с этим большим праздником. Мне так же, как Геннадию Леонидовичу, посчастливилось быть на первом представлении в нашем прекрасном цирке в 71 году. Это было прекрасно. Мы когда ушли из шебето президентового под купол вот этого прекрасного здания, сюда было не пробиться. Люди лишний билетик просили за километр. А их не было, потому что все старались здесь побывать. Прошло
140 лет мы видим, что цирк достиг определенных успехов. 9 миллионов человек побывало здесь на представлении. Думайте, 9 миллионов. Наш город еще не достиг миллиона, а здесь было 9. Я поздравляю вас, Елизавета Николаевна, с этим праздником. И хочу сказать, что я не пришел с пустыми руками на него. Тот наш давний разговор о композиции клоуна здесь на площади, значит, имеет продолжение. Мы разыскали недостающие детали. И Петр Иванович Демашков, перед его отъездом в Москву, подписан документ о выделении почти миллиона рублей, чтобы композиция была закончена и появился и саквояжик, и маленький-маленький пудель. Это все будет сделано в первой половине следующего года. Поздравляю вас с праздником. Дорогие земляки, уважаемые коллеги, я хочу поздравить коллектив цирка Красноярского, пожелать им успехов и цирку жить. От коллектива художников Красноярской организации я хотел бы в библиотеку цирка подарить, передать поздравления и подарить каталог, свой личный каталог. Художники земли Красноярска. Мы с вами коллеги. И нести прекрасное, красивое, позволять человеку верить в силы человеческие, это как раз одна из самых ярких задач цирка, мне кажется. И вы ее с успехом выполняете. Цирку жить и процветать. Я вам просто хочу напомнить многим, что это была прекрасная цирковая артистка, которая очень любит аплодисменты. Я тоже директор Хельмского цирка, тоже бывший артист. И я на манеже Красноярского цирка отработал не один раз. И даже еще когда был цирк Шапито. Смеха
прекрасный.